Депутат Государственной Думы России Лидия Антонова поздравила волонтеров. Добровольцам вручили благодарственные письма. Волонтеры – это люди, без которых в последнее время большинству жителей Подмосковья трудно представить свою жизнь, отметила она. Награды от имени Лидии Антоновой вручил председатель Общественной палаты городского округа Петр Ульянов. Сегодня мы произвели эту торжественную процедуру с участием Лидии Николаевны. Сегодня она участвовала с нами онлайн. Она каждого человека знает, с каждым знакома, знала о его работе на протяжении этого сложного года, потому что мы информировали сейчас и через социальные сети, и по всем этим возможностям. А волонтерство, наверное, стало образом жизни нашей в связи с такой тяжелой ситуацией. Мы не оставались в стороне, чтобы помочь пожилым людям, многодетным мамам, детишкам, конечно.